Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы наконец-таки продолжаем проходить The Last of Us Part 1 на сложности реализм. Блин, как же я скучал на самом деле по этой игре. И наконец-таки я могу ее продолжить. Мы сейчас находимся... Получается, мы прошли... Да-да-да, там был замес в той степи. Что у меня вообще есть? Просто прошло очень много времени с момента прошлой игры. Так, раз. Можно еще сделать вот так. И насколько я помню, где-то вот здесь, знаете, что должно быть? А должно быть следующее. Лежи, лежи, лежи. Валим отсюда. Опять они. Ничего. Вроде нас не видели. Тут должна быть дверь. Вот и наш мост. Мы приближаемся. Не будем терять время. Пошли. Только где эта дверь, я не помню. Сейчас будем искать, ребята. Где-то поблизости. И да, сериал я еще не смотрел, скажу сразу. Но я планирую это сделать. Говорят, что это не лучшая идея. Ну ладно, поглядим, что там. Порядок. Что у нас тут имеется, ну-ка. Записки, опять же, я все читал уже в других прохождениях, поэтому, кому интересно, читайте. Если так рассуждать, то погибнут все. Вот, есть стрела. Одна. И все, что ли? Подожди-ка, с той стороны что-то должно быть, по-моему, учебник или что-то такое. Патроны на винтовку. Уже неплохо, да? Таблеточки. Для деда таблетки, да. Лайкос за кирпич-то поставили, ребят, чтобы он появился. А то ж это так работает. Вы ставите лайк, и появляется кирпич. Он очень мне пригодится, поэтому давайте, не стесняйтесь. А, ну вот смотри. Здесь больше, я так понимаю, ничего нету. Вроде же должен быть учебник, вроде как какой-то. По выживанию, который улучшает навыки. Вроде в оригинале что-то такое здесь было. Хотя, опять же, может быть, я просто... Забыл что-то. Сейчас еще раз давайте внимательно все осмотрим. Не-а. Абсолютно ничего здесь нет. Печально, досадно, но ладно. Пойдемте. Что-то еще здесь, смотри. Дикие звезды, фильм. Нет, я не допрыгну. Ничего, потерпишь, погоди, сначала мы должны полутать. Я помню, что в оригинале вот в подобных моментах был вроде как такой зеленоватый фильтр странный. Ну, техническая ошибка какая-то была со светом. А, вот смотри, еще есть бутылка. Так, ребят, я просил кирпич, хотя он у меня есть уже. Он, наверное, появился у меня сразу в рюкзаке, как только вы лайк поставили видосу. Точно, это так работает, все, ребят. Кто только пришел, да, у нас тут своя атмосфера, но я имею в виду на канале. Особые есть приметы, скажем так, да. Особенно, когда я прохожу The Last of Us, поэтому привыкайте, ребят. Особенно, если вы запустили не с первого видео. И если это прохождение The Last of Us для вас стало первым. Погоди, вообще, по идее, нам вот сюда. И теперь давайте подниматься повыше. Вроде как здесь где-то должна быть записка. С кодом. От сейфа. Вы все правильно понимаете. Смотрим. А, подожди-ка. Это мы знаем. Ну, вот этой вот, кстати, записки что-то я не помню. Была ли она? Там рассказывается, кто не успел прочитать, про тайник, который отмечен красным крестом. Недалеко отсюда. Это место просто очень многие ребята пропускали. И может быть они сделали записку, чтобы не пропускали. Потому что там вроде была заметка... Подожди-ка, а какой сейф? А здесь сейфа-то и нет.
Чё-то я вас обманываю. Сейв дальше. Вот с той стороны. Етить, колотить. Во, моя память меня подводит. Значит, скорее всего, эта записка все же здесь была. Давайте спрыгивать. Нам теперь надо, знаешь, что сделать? Смотри. Сюда. Тут, в принципе, можно разогнаться и прыгать в водичку. Да ща переплывем-то, не бойся. Подожди! Узнаю, что там. Это еще что? Опасное место. Еще какое? Сейчас давай быстро эту тему все подтащим. Не, он смотрится, конечно, очень красиво это все. Так, давай-ка, засранка мелкая, запрыгивай. Ну, такси приехало. Залезай, пойдем через отель. Да ты потише прыгай, ты могла спокойно залезть? Вот никогда этого не понимал. Ну, тебе надо прямо вот именно сюда? Клади доску, как они. Сейчас я быстренько здесь обплыву, и мы спокойненько перейдем. Да ёшкин кот. Ну хоть искупались. Ты тут так просто не залезешь. Да ладно тебе, ты меня недооцениваешь. Так, подождите. Такая херня со мной впервые. Видимо, она меня оценила как надо. Все же. Охренеть. Так, давай-ка сюда. Фу, ну и вонища. Да, дерево прогнило. А ты часто бывал в кафе? Ну да. Нередко. И что ты заказывал? Просто кофе. С водкой. Тут все чисто. Спускайся. Вот смотри. Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрыло. Нет. Для меня слишком дорого. Залезть. Ну как? С помощью лестницы как? Сейчас смотрим. Это мы забираем, и там еще можно... Давненько я не пил кофе. Ну может давай заварим по кружечке? Плесневелого кофе? Как тебе такое, Джоэль? Однозначно должно взбодрить. Ну вот смотри. А, тут нифига нет. Это нужно с другой стороны. Все, я понял. Сейчас исправим. Тут просто можно вот эту штуку взять, кто не знает. Отнести в другую сторону, и там, по идее, будут припасы. По крайней мере, там они были в оригинале, сейчас не знаю. Что они там положили? Да, запчасти. А здесь что-нибудь есть? Просто хочется узнать. А, нифига. В таком случае берем лестницу и, в общем-то, можно идти дальше. Ну, мы сюда еще вернемся, там же еще сейф. Лезь. Так. Двадцать два, десять, пятьдесят шесть.
Пойдем, пока я не забыл. 22-10-56. Давай. 22-10-56. А можно было там спрыгнуть, Джоэль, а? 22-10-56. Вроде запомнил. У меня с цифрами просто беда. Извечная. 22-10-56. Да, 22-10-56. Быстрее, Джоэль, пока я не забыл. Шустрее. Поехали. 22-10-56. А вот и мануал, кстати. Повышает надежность ножей. Класс. Можем идти. Только давай-ка я, наверное, сначала перезаряжусь. И вот это у нас перезаряжено, нет? Да, все готово, ребята. К битве, которая ждет нас впереди и не одна. По-моему, самое время для шутки. Давай. Шутница года. А теперь закрой рот и скажи, где ты был? Знаешь, кто не прав? Лев. Да. Прикольно. Сколько яиц можно съесть натощак? Ну и сколько? Конечно же, только одно. Не поняла. Под лежачий камень никто не опоздает. Мрачно. Ладно, с меня хватит. Пока. Мне такое лицо. Не поняла. Вот и так потом она всю вторую часть бегала. Не поняла. А что такое? Почему все беременные, кроме меня? Смотри под ноги. Даже зебра беременная, а я не беременная. Ужас, как вспомню вторую часть, аж, блин, аж не знаю. Аж... Ой, я понял, где мы. Все, поехали. А, черт. Принесь. Стоп. Сколько же это? А, пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один этаж. Что проверить? За неделю... Держи! Охренеть! Как-то не очень началось. Ты у меня попляшешь. Беги. Как-то все не очень хорошо получилось. Ух, он быстрее оказался. Эх, черт. Ладно, еще разочек давайте. Там, оказывается, был еще враг. А было так в оригинале, нет? Тут просто враги несколько иначе действуют вроде как. А, черт. Ну, сейчас поглядим. Стоп. Сколько же это? А, пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один этаж. Что проверить? За неделю ни одного щелкуна. Потому что мы работаем тщательно. Давай уже закругляться, ладно? Держи их! Он внутри! Все. Идем. Ну, получилось не очень красиво, конечно. Тихо, Элли, тихо. Его тут нет. У меня есть кирпич. Точно, чё это я? Ждем. Пускай подходит. Сейчас ему будет невесело. Сейчас у него на пару зубов станет меньше. Он здесь, в ванной. Вот сука. Как там переключать-то? Береги! Опа, подходит. Ты, я смотрю, здесь самый смелый, что ли? Блин, как там? Я забыл вид переключить камеры. Блин, сейчас, подожди, как, какая-то кнопка же отвечает за это.
Стой! Да что ж такое? Они сюда все сбежали, что ли? Я не пойму. Как-то не очень удачно вышло у нас. Подожди, ну как там переключать-то вид? Ну плечо поменять, вы поняли. Сейчас, погоди. А, вот, на квадратик, тьфу ты. Ёп! Откуда он стрелял? Вы видели? Просто мне отсвечивает сейчас экран, ребят, ни хрена не вижу вообще. Особенно в темных участках. Куда ж ты делся? Да здесь я. Тебе крышка, сволочь! Сука! Вроде все, да? Что-то как-то я по-другому все это дело прошел. Не так, как я планировал. Патроны-то остались у кого-нибудь? 10 раз. Надо кирпич. А, кирпич, ребят, спасибо. Спасибо, накастовали, я вижу, да? Что бы я без вас сделал, ребят? Ну, она ходит спокойно, значит, скорее всего, врагов здесь пока что нет. Значит, в принципе, я тоже могу подняться пока что. И спокойно разгуливать. По апартаментам. Ну смотри. Хавчик. Я бы не... Хотя, в принципе, ничего не будет. Это уже проверено. Да, шоколадные батончики могут очень долго храниться, ребят. Срок годности далеко не всегда определяет состояние продукта. Там сейчас даже на некоторых этих... Раньше у нас как, типа, годен до и все, вот до этого момента нужно съедать, потом выбрасывать. А вот я смотрел там американскую еду, допустим, да, которая была у нас там, пока я был, ну вы знаете где. Там обычно пишут, типа, там, best buy, то есть, типа, лучше схавать до такого-то числа, такого-то года. Тут уже никого. Что-то у нас как-то замес в ванной случился, и все погибли там. Охренеть. Что-нибудь еще есть у нас? Так, еще один кирпич. Я вижу, прям постарались ребята от души. Ну, кирпичей навалили. Здесь пока ничего. Пойдем еще посмотрим. Другие помещения. Прям дым, заметьте. Что-то я не помню такого эффекта в оригинале. Ха. Ну, конечно, дыма здесь было бы гораздо больше, я вам сразу скажу, да? Тут бы вся, все просто было бы в дыму. И не важно, что окошек нету. Это не самая разумная идея. Дровишки-то зажигать, особенно если они влажные. Вот здесь, смотри, тоже, да, как-то. Но они просто угорели бы на самом деле. Косяк, вот видите, я вижу что-то новое теперь. Новые косяки. Когда получил жизненный опыт, подобного рода, наверное, да, уже? Как в игре прям реально было все тоже, припасы собирать, все дела. Капец. Да уж. Кто бы мог подумать, да? Чёрт! Кто-то есть? Ну? Пока... Есть! Он один? Но он кому-то кричал. Значит, скорее всего, он не один. Тихонько перемещаемся.
Вот сюда пока спрячусь, но музыка еще играет, типа, тревожная, значит, враги поблизости. Ждем. Голосов не слышу. Но это не значит, что здесь никого нет. Сейчас лучше подойдем сюда. Да, есть враги. Кирпич. Обойдем с другой стороны. Присели. У комода. Увидели меня. Готов. Тихо. Готов. Готов. Ах, сколько их там? И это не последний был, судя по всему. Тихо. Да, это был не последний. Их двое. Держи их! Тихо. Тебе кранты! Стоять! Готов. Ну последний ли он? Я не уверен. Ах, черт. Хотя музыка прекратилась. О, все, Элли стоит, значит все. Врагов больше нет. Ну и жесть была, ребята. Просто жесть, но мне понравилось. Вот за это я и люблю The Last of Us. Вот за вот эти вот сцены, вот боевые, вот за этот адреналин, который она дарит. Это просто великолепно. Все, можно передохнуть. По идее, должен быть еще батончик неподалеку. Если мне память не изменяет. А сейчас еще скажу, что, короче, этот момент можно было пройти только с одним кирпичом. И как бы никого не убивая, сохраняя все припасы. Как обычно, блин. Поэтому я люблю YouTube. За этим я прям скучал. Припасы же в игре нужны за тем, чтобы их собирать до конца игры, а потом их не... чтобы они оставались, игра заканчивалась, на этом все. Ничего, мы по экшончику пройдем. Можно и по стелсу, конечно, может было пройти, но я вот не захотел. Батончик мы схавали, подожди, что-то еще тут есть. Кирпич, ребят, вы молодцы снова. Идем дальше. Тут, по идее, где-то должен быть еще разговор. Ну, это, конечно, дичь, да. Ну, додумались, придурки. Буржуйку бы поставили, это ж просто. Причем буржуйку можно было сделать-то просто из бочки-то. Там не особо-то сложно. Сварка, конечно, нужна была бы. Но я думаю, тут такая есть. А чё нет? Генератор есть рабочий, ну и сварка должна быть. Все ленивые, пипец. Причем зачем там... В принципе, огонь, типа, ну, я не понимаю, чтобы свет был, но это делается несколько иначе там. Аккумуляторы-то есть какие-нибудь, подключили к ним даже, блин, вот эти вот новогодние эти, как они? Вот эти огоньки включили, пожалуйста, у вас есть свет, мы так и делали, кстати. Освещался подвал очень некисло. Там, ну, не весь подвал, но проход освещался. Были еще лампочки специальные, которые работают от батареи. Так что, как бы, блин, вариантов масса на самом деле.
Секунду. Продолжаем, ребят, продолжаем. Сейчас, секундочку, еще кое-что проверю. Все нормально, идем. Чутко отвлекли меня. О, жуть. Выбрали легкий способ, да? Это нелегко. Но для многих проще, чем ждать щелкуна или охотника. Поверь, это нелегко. Ну все, в принципе, я думаю, можно подниматься. Больше задерживаться здесь не имеет никакого смысла. Даже если я какую-то мелочь я упустил, это не важно. Впереди таких мелочей еще будет более чем достаточно. А, постой, а где у нас... Так, подожди, отсюда мы пришли, кажется, да? Значит, нам нужно... Офигеть, что я натворил-то, а, негодяй? Просто все в ряд легли. Не, ну искусственный интеллект, я бы не сказал, что прям идеальный, а в том плане, что они действуют довольно предсказуемо. Во второй части, как бы, они там как-то поумнее все-таки в разы. Хотя обещали, что вроде как искусственный интеллект переносит из второй части в это, но что-то я не вижу. Я этого не вижу. Итак. Подожди, я что-то заблудился, блин. По идее, должна быть лестница где-то. Теперь самый главный вопрос, где? Куда-то сюда мы шли, 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 правильно? И где-то, наверное, туда вот лестница наверх. Смотри, похоже, в этой шахте есть лестница. Постой, дай я попробую. Сейчас, погоди, Джоэль. Сначала лечимся, конечно же. Все, пошли. Ты прям как Кратос. Посмотрим, что там. Тут узковато, но пролезем. На всякий пожарный. Так, ну куда так не прыгай, хорошо? Давай лучше тебя сниму, может быть, не? Так, Элли, не двигайся. Ладно, спускайся. Лучше найди за что ухватиться. Ну, вперед. Вперед. Да, черт! Да-да. Это неприятно. Все нормально. А ты в порядке? Нет, ты меня до смерти напугал. А вот сейчас будет веселый момент, капец, вот. Реально, мне сейчас солнце очень сильно светит на экран. Нет! Ты оставайся там, а я поднимусь. Я постараюсь. Так вот. Постараюсь. Я первый сказал. Дело в чем, короче, скажете, закрой шторы и играй, но тут такая маленькая Итак, проблемка. Куда дальше? Шторы просвечиваются просто нереально, так что, короче, это вообще не варик, ребят. Кажется, туда я не Подожди, взглянул. Стоп, 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 а вот там открыто или нет, мне просто интересно, чтобы я ничего не упустил. Ну, я понял. Дважды можете не повторять. Сейчас же будет веселый момент достаточно, точно. Поплыли. Веселый, конечно, в кавычках, блин, потому что сейчас, скорее всего, меня наваляют, так как я патроны все потратил. В другой секции. Сколько трупов, да? А, так это еще и зараженные, охренеть. Пойдем посмотрим. Как бы обойти эти ворота?
Ну, скорее всего, с другой стороны. Путь чуть-чуть, что-то я забыл. По-моему, ну, сюда. Его точно не пропустим, это я могу вам однозначно сказать. Может, за тем проходом? Да не может быть, а точно, Джоэль. Так, вот есть еще запчасти, которые мы пока никак применить не можем с вами. Постой, Занырнуть, наверное? Только, видимо, не сюда. Хотя вот здесь вот, наверное, можно проплыть. Сейчас, секундочку, я всплыву. Слишком долго нахожусь уже под водой просто. Все, подышал? Давай, старичок. Погнали. А с той стороны я не думаю, что что-то есть. Нет, там ничего похоже. Долбаные споры. Да. Да начнется веселье. Твою мать. Да-да-да. Скоро они придут за нами, дружище. А знаешь, что мы делаем? Смотри, что у меня вообще есть. Ну, патрон на ружье у меня есть, кирпич есть, и это главное. Если есть кирпич, значит, все остальное будет нормально. Ненавижу эту хрень. Короче, что нам нужно сделать? Сначала запустить генератор, а потом нужно забрать карточку. Да, суки. Есть же еще одна тварь, да? Тихо. Нехер сзади подкрадываться. Ёп, стоп. Есть? Но это не последняя тварь. Да что ж такое? Давай быстро. Теперь у нас есть свет. Твою мать. Быстро наверх. Ой, еще и щелкуны. Да ёб твою мать. Эх, да, плохо вышло. Короче, таких примерно 4, плюс еще щелкун и топляк. По-моему, если я опять же ничего не путаю. Все. А, тут еще чекпоинты были, серьезно? Разработчики, ну вы чё, зачем? Ну это же, блин, суки, убили весь кайф. Ну короче, прямо казуалили. Карта у меня? Он идет сюда. Ой! Это была плохая идея. Что-то я не ожидал такого поворота сюжета. Ой, блин. Печаль, печаль, печаль. Ну да, то, что чекпоинты они сделали, ну нахрена, разработчики. Ну вы что творите? Ну это просто, ну, ненормальная хрень. Сделайте опцию, чтобы чекпоинты были как в оригинале. Ну, в ремастере, точнее, потому что в оригинале не было сложности реализма. Так, куда идем?
Текаем. Воу-воу-воу. Беги. Давай-давай-давай. Джоэль. Ах, черт, вышло плохо. Вышло, откровенно говоря, плохо. Значит, что мы делаем? План следующий. Быстро бежим сюда. Детали хер с ними, это не так важно. Сюда. Хватаем это. Вот это. Берем бутылку в руки, пошли. Обходим с другой стороны налево. Налево. Прямо. По ебальнику на. Быстро сюда. Текаем. Ай, да ёпты, черт побери, не получилось. Ну, короче, план вы поняли, да? Он, по идее, должен сработать. Я думаю, что так мы с минимальными потерями сможем все это дело пройти. Давайте, погнали. Сюда, налево. В принципе, я думаю, я успею урвать. Да куда ты, блин? Ну, я, блядь, три раза нажал, он не взял. Взяли. Взяли, обходим сюда, направо, налево, сюда. Беги. Быстрее. Разворачиваемся назад. Вроде не гонится относительно. Ну быстрее, не тупи. Все, изичи. Нужно было просто отрепетировать, и все. Ну вот и все. Там ничего интересного не осталось, так что мы ничего не упустили там. Кирпич, спасибо. Вот самое главное, это кирпич. Там вроде его не было, хотя... А сюда могу зайти? Да... И что же у нас тут есть? Опять же, детальки. Ну и вроде здесь все. Еще можно вот сюда, наверное, залезть, да? Вот, есть, можно конечно, прокачать оружие. Дополнительная кобура у меня уже есть, по идее, да? А, ну да, все. Ну-ка, бронебой. Сколько стоит бронебой? Прицел, мощность. А пули из оружия пробивают броню. А, не, у меня инструмента нет. А, все понятно, ладно. Тогда пускай будет прицельчик. Хоть что-то хорошее. Далее. Скорость перезарядки, в принципе, это не так важно. По крайней мере, пока. Теперь здесь. Здесь... Стоп, подожди. Отдача. Давай ослабим ее. То есть просто тряпкой протер, и все, и отдача станет... Хорошо, я понял. Вопросов вообще больше не имею. Скорострельность нам не особо нужно повышать, а вот емкость бы да. Еще скорострельность давайте, так и быть. И можно скорость перезарядки. Хорошо подпилил. Здорово. Потом смотри. Пистолеты чем? Еще есть? Все есть, да. Скорострельность, скорость перезарядки, скорострельность. Пока это не особо нужно. А вот здесь что-то можно изменить? Скорость натяжения однозначно. Тетиву поменяет. Не, ну прикольно сделали, конечно. А, так, дальность, конечно.
То есть просто протер, и он стреляет дальше. Вообще вопросов больше не имею. Все, пошли. Так, отлично. Да не то слово, ты просто волшебник, ёптыть. Все, пойдем. Еще таблетки. Кстати, я могу что-нибудь прокачать? Скорость лечения, скорость изготовления предметов не особо. Мастер заточек. Да, давайте. Кончай его! Готово! Супер. Тебя не покусали? Нет пока. А тебя? Пока нет. Ладно, разделяемся и идем дальше. Вдруг какого урода не заметили. Он же, по идее, сейчас будет обходить стол? Конечно. Отдыхай, сучоныш. Теперь идем дальше. Стойки! Стоп, вижу. Их там двое. Один с оружием огнестрельным, другой с холодным. Значит, нужно убить того, кто с холодным. Я понял. Сейчас исправим. Блять! Эх, я полез забитый, и он меня тут подловил. Скотина! Эх, я был так близок. А давай сделаем иначе. Хотя давай попробуем, в принципе, по стелсу или как? Как хотите. Ту-ту-ру-ту-тум-ту-тум. Давай чуть-чуть по стелсу, ладно, так и быть. А то я что-то всех расстреливаю, постоянно патроны чутка поберегу. Есть. И последний. Идешь сюда, скотина, давай. Вылезай. Спокойно, мужик, спокойно. Спокойно, так я и спокоен. Я спокоен абсолютно, да ты что-то напряжен. Дружочек, пирожочек. Кирпич я забираю. О, есть потрошка одна, да. А то я один раз промазал. Давай перезарядим пушечку сразу. А есть шоколадки-то какие-нибудь или что-нибудь такое? Не? Смотри. Ну, у меня есть кирпич, на бутылку мы менять не будем, это точно могу вам сказать. Может, что-нибудь еще здесь имеется? Хотя я сильно в этом сомневаюсь. Ну да, кажется, больше ничего. Ладно, все. Ugh!
Фух. Как я ему мозги вышибла, а? Да, это точно. Тошнит. Я ведь просил тебя не лезь. Сам же рад, что полезла. Хорошо, хоть башку мне не прострелила, соплячка чертова. Знаешь что, Джоэл? Сказал бы Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл? Надо идти дальше. Так идем. Так тебе ж плохо. Ладно, ребят, на сегодня все. Я прям рад вернуться к игре. Прям взбодрился от души. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать пальчики вверх, комментировать. Подписывайтесь на телегу обязательно, ребята. Там новости канала. И на всякий случай, вдруг канал заблочит рано или поздно. А, ну что, не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему развиваться и не позволяет закрыться. Ссылки все в описании. Всем спасибо, всем пока.